Сотрудники Роспотребнадзора сегодня отправились в детские сады Первоуральска. Но не с проверкой, а с профилактическим визитом. Это новая форма работы специалистов санитарного ведомства. Чтобы организации не боялись, потому что это не является надзорным мероприятием, мы не проводим проверок, никого не штрафуем. Помогаем им осуществлять свою деятельность, разъясняем, консультируем. Если они нам отправят заявление для того, чтобы провести профилактический визит, мы проведем с удовольствием. На встречах с заведующими детскими садами представители Роспотребнадзора рассказывают, как в условиях пандемии коронавируса и сезонного роста заболеваемости ОРВИ правильно организовать проверку состояния детей утром и в течение дня. Напоминают о требованиях, которые предъявляются к одежде воспитателей, к состоянию мебели и игрушек. Консультируют, как правильно организовать питание детей и поддерживать чистоту в группах. В ближайшее время с профилактическими визитами специалисты побывают во всех детских садах города. Педагоги говорят, подобные встречи будут им полезны. Формат такой встречи проходит впервые в детских садах, и поэтому нам самим интересно поучаствовать в этой встрече и взять все полезное, что она нам предложит, чтобы быть в ногу со временем и своевременно выполнять абсолютно все требования, которые предлагает нам санитарное законодательство.